Начинается загрузка. Мы нашли для вас 8 интересных приложений и 5 из них в списке любимых у знаменитых ростовских персон. На этой неделе таким человеком стал Илья Костенкин, режиссер и кинопродюсер. Приготовьте свои гаджеты, мы начинаем. Первое приложение сегодня – Human Body, если перевести на английский – человеческое тело. Это интерактивный анатомический атлас. Перед пользователем обычное человеческое тело. С ним можно делать все, что душе угодно. Перемещать кости, смотреть, что будет с мозгом после укола, или наблюдать за тем, что происходит с едой в желудке. Все части тела анимированы. Сердце бьется, живот урчит, а кожа чувствует. Приложение создано для того, чтобы дети от 4 лет могли изучать, из чего состоит наше тело и как оно работает. Присутствует режим записи, который позволяет детям и родителям задавать друг другу вопросы. Таймли. Удивительно красивый будильник для Android. Он представляет превосходное удобство пользования и синхронизация всех будильников между устройствами. В приложении имеются красивые мелодии, а система Smart Rise превращает пробуждение в удовольствие. Секрет в том, что за полчаса до срабатывания будильника начинает тихо играть мелодия, чтобы разбудить вас ненавязчиво. Дизайн будильника можно персонализировать. Если вы просыпаетесь очень сложно, в таком случае можно назначить задание для решения. Например, простенькое математическое уравнение. В приложении присутствует секундомер и обратный отсчет. Купи батон – это не призыв, а название приложения для мобильных устройств. Самый удобный и простой способ для планирования покупок. Забудьте про бумажные листочки. Ходить за покупками стало приятно. Приложение пользуется огромной популярностью. Его скачали уже более 3 миллионов человек. Можно составлять совместные покупки вместе со всей семьей, друзьями и коллегами. Это доступно с помощью облачной синхронизации. Списки можно отправить по почте. А сейчас наша рубрика «Звезда загрузила». В ней мы рассказываем о 5 любимых приложениях известных ростовских персон. Сегодня свой список представит Илья Костенкин, режиссер и кинопродюсер. Искать и бронировать авиабилеты и гостиницы стало просто. Все это доступно с помощью приложения trip.ru. Оно позволяет просматривать подробное описание и фотографии каждой гостиницы, чтобы выбрать самый оптимальный вариант. Можно бронировать автомобили, а при необходимости добавлять дополнительные услуги. Свою поездку можно защитить с помощью страховой программы, а оплатить заказ в безопасном режиме через телефон. Авиабилеты придут на почту или СМС. Илья – любитель фильмов. Он отслеживает все новинки, которые показывают в кинотеатрах с помощью приложения «Афиша». Кроме всего прочего, здесь полное расписание концертов, клубов, выставок и театров. Пользователи пишут рецензии почти каждому фильму. На их основе можно сделать вывод – идти в кино или нет. Приложение определяет местоположение и показывает, какие развлечения есть поблизости. Покупка билетов доступна прямо в приложении. «Афишу» можно скачать в магазинах Apple и Google. Пробки от Яндекса. Отличная возможность следить за загруженностью дорог. Актуальная дорожная информация доступна для более 60 городов. В их списке и Ростов-на-Дону. Из виджета можно сразу перейти в Яндекс.Карты. Приложение доступно в Google Play. Office Suite. Номер один в списке офисных приложений. Более 120 миллионов скачиваний по всему миру. Это универсальная программа для просмотра документов. Она позволяет открывать, читать и печатать многие популярные текстовые форматы. Созданные документы можно сохранить в облачный сервис. Любой желающий может зайти со своего браузера и просмотреть или закачать документ. Делиться ими легко через Bluetooth или в соцсетях. А на тайные тексты можно установить пароль. Последнее приложение в списке Ильи – Facebook. Самая популярная социальная сеть в мире. Узнавайте, чем занимаются ваши друзья. Делитесь фотографиями, видеозаписями и обновлениями. Отсылайте сообщения, общайтесь в чате с друзьями и близкими. Вот краткое описание приложения. А наша загрузка подошла к 100%. Новые файлы мы начнем качать ровно через неделю. Заходите на наш сайт rostoflife.ru в раздел «Стоп снято». Здесь вы можете посмотреть архив всех наших программ и эфир в режиме нон-стоп. До следующего обновления. Пока!